Всем привет, друзья! Приступим! Пюре сам сделал. Просто масло добавил. Специи. Без яиц, без молока. Давайте рыбку. О. Сегодня обед олигарха. Почему? Потому что рыбка минтай жареный. Крошечкой, конечно. Плохо, что в кулинарии нет этой жареной горбуши. Там есть горбуша, она либо филен, такая, ну, не как в кляре, либо запеченная с овощами, а вот именно в виде такой вот, ну, обычной, пожаренной нету. Просто жареной рыбы нету. Минтай, конечно, бесподобный. Минтай просто не может быть не бесподобным. Да, ух ты. Давайте меурицу дадим чуть-чуть рыбки. Так, скс-кс. Пюре получилось у меня просто. Просто шедевр. Шедеврико. Я, наверное, раз четвертый сам делал пюре. Все 4 раза. В принципе, нормально получилось. Ну, первый раз там чуть-чуть было с комочками. А так в среднем нормально. Вот такой хлебушек. Тут семечки с семенами подсолнуха. Я ничего не ел. Вот видите, семена. Реально вкусный хлеб. В Пятерочке стоит. Продается. Такая маленькая булочка.
пюреха с рыбой просто потрясающее сочетание. Думаю, пора. Пора сделать это грязное дело. Ну почему грязное? Сегодня в 10 проснулся, но мне окончательно встал. До этого просыпался. Будильник переводил просто. Вначале на 8 завел, потом на 9. Потом на 10. В 10 еле встал, на самом деле. Мог бы еще спать. Если бы поспал бы, у меня бы все сбилось бы. То есть... часов до 3 бы не поспал бы. Он еще и хрустит. Хлеб это, кстати, свежая выпечка. Ну, то есть, никакой это... В упаковке, знаете, привозной, это он где, в Пятерочке, знаете, где, отдел со свежей выпечкой, вот, я там брал. Ну и масло очень вкусное. Село Зеленое, по-моему. Или Зеленое село. Не помню, что в начале стоит, какое слово. Ну, точно знаю, что село есть. И зеленое слово. Котлету купил тоже село Зеленое. Завтра буду жарить. То есть сырые котлеты, ну готовые, но сырые. Посмотрим. Масло просто бесподобно. Люксовое, да?
82% жирности. Все, друзья, прям пища была просто люксовая, просто на высоте, просто бомба, в общем, как всегда.